никакого ледяного дворца в этом году не предвидится. Пасмурно. Мне бы солнышко, но солнышком льдины были бы веселее, и отражение голубого неба тоже было бы красиво. March 6, 9:32. Ну, льдины красивые идут. Добавлю еще фрагментиков чуть повыше, на более открытом и более менее, ну, крупно подойти ближе можно. А это пусть будет заставочка такая для сравнения, что было и что сейчас тоже будет когда-нибудь. Снимаю из третьего укрытия, который еще тряпки не снял. Без стульчика приходится стоять согнувшись, потому что если сяду на корточки, потом не встану. Ноги болят. А эти льдины возвращаются, водоворот используя.
никакого ледяного дворца в этом году не предвидится. Пасмурно. Мне бы солнышко, но солнышком льдины были бы веселее, и отражение голубого неба тоже было бы красиво. March 9:32. Ну, льдины красивые идут. Добавлю еще фрагментиков чуть повыше, на более открытом и более менее, ну, крупно подойти ближе можно. А это пусть будет заставочка такая для сравнения, что было и что сейчас тоже будет когда-нибудь. Снимаю из третьего укрытия, который еще тряпки не снял. Без стульчика приходится стоять согнувшись, потому что если сяду на корточки, потом не встану. Ноги болят. А эти льдины возвращаются, водоворот используют.